Ну, сегодня игра была очень тяжелая. Погодные условия внесли коррективы перед матчем. Был сильный ветер. Вот в первом тайме против ветра играли тяжело было. Потом по ветру уже стало легче, забили гол. И после гола уже полегче. И потом уже второй гол. И вообще хорошо. Перед своими болельщиками надо было побеждать дома. Тем более давно не побеждали. До этого матчи были напряженные. Все время там в один мяч уступали. Обидно очень было. И вот только спутник выиграли. И вот наконец домашняя победа. Очень рады трем очкам. Думаю, второй тайм все-таки был получше. Из-за того, что команда выиграла, забила два мяча и добилась положительного результата. Думаю, что мы хотели больше победить перед своими трибунами. Хотелось 3 очка, плюс все после перерыва вышли, только думая о победе. Ну, хороший соперник, тоже пытались играть с нами. Но мы сегодня показали, что мы сильнее. А в перерыве что тренер сказал? Сказал, что все хорошо, продолжать, больше создавать опасных моментов. Мало острых моментов было в первом тайме, поэтому надо было создавать больше опасных моментов и забивать голы и выигрывать этот матч. Ну, во-первых, очень рад, что нам наконец-то удалось прервать две серии. Это, во-первых, мы сыграли на ноль, впервые начало чемпионата. И плюс прервали затянувшуюся, я считаю, серию без побед. Поэтому это вдвойне приятно. А так игра, в принципе, удалась. В первом тайме немножко, конечно, много позволяли Жодина. Во втором тайме немножко исправили ситуацию. Больше стали атаковать, стали возникать моменты, и как следствие два из них мы реализовали. В первом тайме у нас не было моментов, то есть были вопросы по атакующим действиям, как и по оборонительным. Во втором тайме и там были сдвиги к лучшему, поэтому вторым таймом, конечно, доволен больше. Замена Окра, она вынуждена была? Ну, замена. Джозефа? Да. Ну, во-первых, он уже поднаелся, плюс человек висел на желтой карточке, плюс небольшое повреждение было, поэтому замена нужна была. Повреждение сколько серьезное? Нет, не серьезное, ничего серьезного. У нас своего рода полиинформация проводилась и сказали, что ну, это просто нельзя так 3 игры подряд играть в меньшинстве. Во-первых, это нагрузка дополнительная. То есть, ну, я рад, что дошло, и, в принципе, 2 игры мы играем без карточек практически. Одна из карточек сегодня была, но это чисто игровой момент. Ну, команда мне понравилась. То есть, очень хорошая у них передняя линия. Доставляли нам неприятности, скажем так, в первом тайме. Но, опять-таки, это люди, которые под основу играли впереди. Поэтому было, скажем так, непросто с этой командой играть. Рад, что мы справились. Сегодня были еще моменты забить. Счетом довольны? Ну, исходя как складывалась игла по первому тайму, то в принципе да. Хотя такие моменты, как у Реймонда был на последней минуте, такие, конечно, забивать надо.